Привет! С вами профессор Гуглов. И я здесь для того, чтобы поднять вам настроение. Усаживайтесь поудобнее. Поехали! Если вам нужно много пасты для большой семьи, ее следует приготовить так. Сразу понятно, что дети часто катаются на этой машине. Это довольно необычное настенное украшение в жилом районе. Оно обязательно привлечет внимание гостей. Опытные и умелые парапланеристы могут выбрать место для приземления, поражая окружающих своим появлением. Может показаться, что самолет парит в воздухе, но при посадке его скорость составляет 300 км в час, и это всего лишь иллюзия. Рыбакам здесь не нужны удочки, достаточно взять ведро, и улов будет гарантирован. Такой захватывающий момент был запечатлен в апреле 2023 года, когда гроза накрыла Нью-Йорк, и одна из молний ударила во Всемирный торговый центр. Недавно в Лас-Вегасе было завершено строительство грандиозного сферического сооружения. Как внутри, так и снаружи оно покрыто изогнутыми светодиодными экранами. Зрители первой трансляции фильма «Открытки с Земли» были в полном восторге от увиденного, потому что экран имеет самое высокое разрешение из всех возможных. Лазерное шоу — это всегда захватывающее зрелище, особенно если оно дополнено выступлением талантливых артистов. Эфиопский опал известен и примечателен тем, что каждый камень уникален палитрой оттенков, рисунком и игрой цвета. Кажется, что он хранит в себе все секреты нашей Вселенной. Как бы он ни старался, он не смог устоять. Нам очень жаль бедного парня. Спелеологи первыми открывают и исследуют таинственный мир пещер. Нет необходимости ждать солнечный свет, чтобы увидеть эту рыбу. Биолюминесценция позаботилась о ее хорошей видимости в воде. Эти джинсы могут рассказать увлекательную историю. Зима в Иллинойсе настолько сурова, что лишает людей одежды. Кто-то любит лепить снеговика и играть в снежки, но есть и те, кто создает настоящие шедевры на снегу. Кажется, будто этот песчаный вихрь образовался специально для того, чтобы уничтожить его овощной магазин. Как такое вообще могло произойти? Возможно, это инсталляция, которая должна побудить людей еще раз задуматься о вреде, который мы наносим окружающей среде. Вот почему шелковые волокна такие дорогие. Это дерево росло здесь более 70 лет и исчезло менее чем за час. Команда рабочих справилась с задачей очень быстро и четко. Фигурная стрижка деревьев и кустарника все еще популярна. Для создания простых форм требуется минимум инструментов – садовые ножницы или секатор. Но для создания более сложных и изысканных форм необходимо установить рамку. Вот она, идеальная пицца для вечеринки. Наконец-то при заказе большой пиццы привезут только одну. Неплохая идея иметь такой компактный дисплей, который можно собрать в любое время. Всего одно прикосновение, хвост ящерицы решил либо устроить дискотеку, либо напугать парня и сформировать у него фобию. Скорее всего, регулярно выполняя такое упражнение, у вас есть шанс натренировать вестибулярный аппарат. Немного больше, и никакой капитальный ремонт не поможет этому зданию.
Много народных примет связано с аистами. Возможно, полет этих птиц предупреждает о чем-то. Как вы можете видеть, даже люди с боязнью рептилий будут очарованы этим прекрасным созданием. Хвост горбатого кита появился над поверхностью воды и остался неподвижным. Ученые до сих пор не знают, почему гигантские млекопитающие иногда делают такую стойку на голове. Многолетний опыт не прошел даром. Он делает эту работу лучше, чем кто-либо другой. На таком судне при необходимости очень легко остаться незамеченным. Уличный театр гигантских кукол Royal Deluxe известен во всем мире своими непревзойденными шоу. Марионетки двигаются благодаря сочетанию механики, гидравлики и людей, тянущих струны. Это скальное образование из песчаника, расположенное в Аризоне, называется «Волна». Это одно из самых необычных и красивых мест на нашей планете. Каринфский канал сейчас является одним из знаменитых мест Греции, потому что это самый узкий судоходный канал в мире шириной всего 25 метров. Стоит отметить, что этот человек слишком спокойно смотрит на то, что происходит вокруг. Вы поняли, что это вовсе не песок, а настоящее нашествие насекомых. Этот человек никогда не замерзнет. Он всегда готов к любой погоде. Современное искусство объединяет огромное количество направлений и техник для создания оригинальных и впечатляющих объектов. Двадцатиметровая конструкция, состоящая из 60 тысяч прозрачных стержней, где на кончике каждого стержня находятся семена, была одним из самых больших объектов на Всемирной выставке в Великобритании. Ее главная задача — напоминать нам о важности сохранения ботанических ресурсов нашей планеты. Плоский червь также любит одиночество и переезжает на море. Пузыреглаз, водяные глазки, известен своей более чем экзотической и необычной внешностью. Интересно, какой самолет оставляет после себя такой след? На этом все. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. До завтра.